И, друзья, с вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Рекомендую подписаться на мой новостной телеграм-канал, там проекты без вложений, все проекты с самого старта, вся актуальная информация. Так, сейчас сделаем быстренько видео по проекту L24. Тут произошло очень много изменений, поменялись домены. Кстати, на телеграм-канале я тоже это все нужно будет поизменять, потому что пока не заходил. Вот, вчера заходил, еще были доступные адреса, сейчас уже смотрю, уже появились новенькие. Вот, эта проблема, ну, сейчас вот с очень многими проектами, так что вот так вот, что есть, то есть. Так, бонус за регистрацию у нас 5TRX, проект работает уже 9 дней, проект исправно платит, развивается, поэтому все классно. Инвестировано почти 100 тысяч долларов, давайте проверим на выплаты, я буду еще делать еще один депозит. Вот. Всегда, конечно же, нужно помнить о рисках. Как я говорил, я даю лишь информацию. Вот, давайте сейчас выведем 19.49. У меня на MetaMask я все обналичил, поэтому сейчас у меня там денежки нет. Вот, и я сделал еще новый депозит. Депозит буду открывать, наверное, на часовой тариф. Хотя можно было бы уже и на 7-дневный открывать. Есть ДТшка BEP20. Сейчас заодно проверим денежку. Если пришла, то создаем новый депозит. И зарабатываем в проекте. Потому что почему бы нет. Так, ждем денежку. Итак, денежка у нас пришла. Давайте создаем депозит на 20 долларов. Нажимаем кнопочку «Инвест». Мы все скопировали. И на этот адрес отправляем денежку. Нажимаем кнопочку «Отправить». Выбираем сюда USDT-шечку. Нажимаем кнопочку «20». И на этом, друзья, я буду заканчивать видео. Все, нажимаем подтвердить. Вот, буду заканчивать на этом видео. Всегда помните о рисках, как я говорил. Инвестировать можно только свободные средства. Вам больших заработков, большого профита. Ну и до новых встреч.